Получить кредит в Саратове сейчас целое испытание. В связи с непростой экономической ситуацией требования к заемщикам ужесточились и увеличилось число отказов. Теперь мало не иметь просрочек по другим кредитам. Задолженности не должно быть по коммунальным платежам, автомобильным штрафам и даже мобильной связи. Но есть в регионе банки, которые и в данный момент предлагают удобные и выгодные условия займа. Банк «Экспресс Волга» и в трудные времена остается верен своим клиентам. Получить кредит здесь по-прежнему быстро и легко. Кредитование в нашем банке не прекращалось ни на один день. Получить кредит, как всегда, просто. Нужен лишь паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. Каждая заявка на кредит в банке «Экспресс Волга» рассматривается индивидуально. Если у вас есть дополнительные доходы, они также могут быть учтены при оформлении кредита. Нужны были деньги, чтобы закончить ремонт. Оформила заявку на кредит по телефону и через 2 часа уже получила деньги. Большое спасибо банку «Экспресс Волга». Кредиты в банке «Экспресс Волга» доступны также пенсионерам в возрасте до 80 лет. Кстати, чтобы оформить заявку, не обязательно выходить из дома. Достаточно позвонить по телефону. Согласитесь, для пожилых людей это немаловажно. Добрый день, банк «Экспресс Волга». А постоянным клиентам банка «Экспресс Волга» кредиты предлагаются на специальных условиях. Оставить заявку на кредит можно в любом офисе банка «Экспресс Волга» или по круглосуточному телефону в Саратове 430 430.